Рекомендую всем на завтрак этот пирог ПП из лаваша и вкусной начинки. Вам понадобится 2 лаваша. Для начинки сыр, творог, петрушка и яйцо. Лаваши смазать яйцом, посыпать сыром, разделить пополам, а затем еще порезать на 3 равные части. Вот так у вас должно получиться. Выложить на противень таким образом, смазать яйцом, затем сверху положить нашу начинку и закрепить, подвернуть краешки. Лаваш оказался таким немножко твердоватым, поэтому я приспособилась и закрепила палочками. Сверху нужно смазать снова яйцом и посыпать кунжутными семечками и отправить в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут. Вуаля! Через 15-20 минут наш пирог ПП с вкусной начинкой и лавашем готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь моим каналом с вашими друзьями. И до новых встреч!